Санитарному состоянию Владикавказа уделят больше внимания. Об этом говорили на заседании общественного совета. Некачественные детские площадки, бездомные собаки, стихийные свалки и амброзию обнаружили в каждом районе. Это объяснили нехваткой спецтехники. Обсудили и реконструкцию исторической части города. Предложили отремонтировать особняк Гапобаева, дом номер 37 по улице Тамаева и здание Союза композиторов. Подняли проблемы гаражной амнистии.